В этом году в Чувашии школьные линейки в День знаний пройдут в традиционном формате. Правда, с соблюдением всех противоэпидемиологических мер. Ученики соберутся в классах или на параллелях на открытом воздухе. Родители смогут порадоваться за детей, но с использованием масок. Если же погода не позволит организовать линейку на открытом воздухе, то праздник перенесут в помещение и уже без мам и пап. Учиться дети будут так же, как и в прошлом году. К слову, в Чебоксарах за парты сядут 66 тысяч детей, в том числе 8 тысяч первоклассников.